Первая глава книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты.